Так, еще бык ходит местный. Ну бык-то ладно, это Индия, мы видели. Ну-ка, свинья. Значит, мы находимся в Морджиме. Это Гоа. К нам подошла дикая свинья. Мы ее покормили папайей. И она ушла. Кстати, папайя сочная, вкусная. Стоила 50 рублей. Довольно крупная. Поела и ушла. Спасибо не сказала даже. Вот такие у нас окрестности. Это Гоа. Северный Гоа. Морджим. Или правильно Морджим? Все говорят по-разному. Одни Морджим, другие Морджим. В общем, это супер. А у нас дома холод. Скоро Новый год.